ребята, дадите бабушке. Бабушке дадим. За 260 бабушке. Да. Все, бабушка, за 260 покупайте. Покупаем. Торгуются все. Всесезонные правила для всех ярмарок. Правда, у весенней уже свои продукты посевные. Вот замминистр Минсельхоза Республики подсказывает нам, как выбирать севок. Вот такую посажу. Да. Какая вырастет? Вот такая вырастет. Вот такая будет. За каждый продукт фермеры отвечают репутацией района на ярмарочных павильонах и картошка, которую достали из погребов. Проверяем ее. То есть каждая картофельная вот такая вот? Да, да. Ну давайте откроем, посмотрим. Давайте. Любые. Вот, давайте, режьте. Давай. Естественно. Слушайте, о, ну не обманули. Все взяли на праздники. Мясо тут где-то есть. Молоко у нас выгодно, конечно. Молоко очень выгодно. За молоком здесь отдельная очередь. Литр отдают по 30 рублей. Казанцы экономят, фермеры зарабатывают. Цены же хорошие. А у нас же сейчас дают 13 рублей вот за литр. В деревнях уже. Оптом. Оптом. Средняя цена килограмма мраморной говядины 280 рублей. Перед Пасхой запасы фермеров опустили за час. Пол шестого стали, пол седьмого где-то семь уже, вот это мясо осталось. На этой неделе в агропромпарке торговали фермеры из Кукмарского, Сабинского, Аксубаевского, Нурладского районов. И один только рыбак из Арска. Он же удивлял живыми карпами. Живая! А? И по мне сегодня из Арска эти рыбки! Казанцам на их праздничный стол! Это третья ярмарка у нас. Она сегодня активна, так как в воскресенье большой праздник. Активность горожан сегодня гораздо выше. Покупают, яйцо на ура идет, мясо на ура идет. Фермеры и районы на ярмарке сменятся на следующей неделе. Закупиться на торговых площадках можно будет до 1 мая. Альбина Минибаева, Амир Залюшев, ТНВ, Казань.